countries of the world are taking part in the World Championships. Итак, дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию открытия чемпионата мира по зимнему. Дорогие друзья, чемпионат мира по зимнему плаванию объявляется открытым. We declare Winter Swimming World Championship officially open. Парад, равняйсь, смирно, равнение на флаг Российской Федерации. Внимание сотрудников средств массовой информации, уважаемые журналисты. Левую сторону от подиума возле пресс-вола состоится брифинг. Пожалуйста, подходите к пресс-волу возле автомобиля Land Rover. Карина, мы сейчас позаставить в самом собе. No cóż, teraz wszystko w jej rękach i nogach. Жанна Банникова, Россия. Жанна Банникова, Россия. Елена Минеева, Россия. Елена Минеева, Россия. Хелена Кронкова, Словакия. Хелена Кронкова, Словакия. Любовь Подрезова, Россия. Любовь Подрезова, Россия. Корпинин Танджа, Финляндия. Корпинин Танджа, Финланд. Мария Чижова, Россия. Мария Чижова, Россия. Каролина Кеджаровска, Польша. Каролина Кеджаровска, Поланд. Лариса Фирсова, Россия. Лариса Фирсова, Россия. Мерика Харинема, Эстония. Мерике Харинем, Эстония. На старт выходят участницы 9-го заплыва. Старт принимают. Хит номер 10. Татьяна Щиткова, Россия. Sorry, hit number 8. Татьяна... Результаты на табло официальные. The results on the screen are official. Представляем участниц 7-го заплыва. We present to you the participants of the 7th heat. Старт принимает Любовь Филатова, Россия. Любовь Филатова, Russia. Екатерина Бусыгина, Россия. Catherine Бусыгина, Russia. Катрин Дрессин, Германия. Catherine Dressing, Germany. Надежда Елизарьева, Россия. Надежда Елизарьева, Russia. Каролина Кеджаровска, Польша. Каролина Кеджаровска, Poland. Елена Минеева, Россия. Елена Минеева, Russia. Наталья Нестерова, Россия.
Natalia Nesterova, Russia. Larisa Firsova, Russia. Larisa Firsova, Russia. Svetlana Erpileva, Russia. Svetlana Erpileva, Russia. Zhanna Bannikova, Russia. Zhanna Bannikova, Russia. Larisa! Larisa! Люба! Жанна! Таня, мы с тобой! Чемпионат мира заявилось более сотни журналистов, представителей средств массовой информации. И сейчас несколько слов об информационных партнерах чемпионата. Генеральный информационный партнер – еженедельный российский журнал «Русский репортер». Выпускается с 2006 года медиахолдингом «Эксперт». Основные темы журнала – политика, наука, культура, спорт, события, происходящие в мире и России. Журнал позиционирует себя как первое общественно-политическое издание для активного среднего класса России. Распространяется по подписке. Magazine Russian Reporter, publishing since 2006 by an expert media holding. Main topics of the magazine are dedicated to politics, science, culture, sport, and Russian and international events. The magazine is considered as the first socio-political edition for an active middle class in Russia. Результаты на табло официальные. The results on the screen are official. Еще хуйню. Я думаю, что нет результатов. Результаты на табло официальные. Results on screen are official. Россия. А почему так? Россия, со Словакии? А, ну писали Россия, а там все. Третьего заплыва эстафетного плавания 4 по 25 метров способом брас. Breaststroke relay meet mixed teams heat 3. По первой дорожке зимние пловцы Польша. По второй дорожке Тюменский район Россия. Lane 2 Тюменский район Russia. По третьей команда Норвегия. Lane 3 Ишут Norway. Аквасприт Тюмень. Вторая дорожка. Lane 4 Акваспорт Северо-Запад Russia. Их не будут упускать еще, пока они. Вон девушка с ними была, видишь? В зеленом-то. Екатеринбург, Спарта, видишь, девушка с ними. Они, значит, они свою эстафету будут плавать. Спарта, что они отдала. А, еще. Черного, видишь? Они будут и плавать. А, понравилось еще. Да, или плавали они. Я тогда плаваю. Вот одетая на и снова эстафета. Две тюменские команды у нас плывут. По второй дорожке команда Тюменского района. По четвертой Акваспорт Тюмень. Пока в лидерах девятая дорожка, команда Эстонии. Это
За ними Мегаполис и четвертая дорожка Акваспорт Тюмень где-то рядом. И отстает команда Северо-Запад по 10-й дорожке. Первое место команда Эстонии, 9-я дорожка. Вторыми финишировали 10-я дорожка команды Северо-Запад. И третий Акваспорт Тюмень, вторая команда. 4-я дорожка. Results on screen are official. Näissä just mikään reissu. Niillähän on Kärnussa vai missä? Четвертая дорожка, раз, два, три. Четвертая дорожка, сейчас Саша нам дальше. А, сейчас, да? Представляем участников четвертого заплыва. Эстафетное плавание 4 по 25 метров. Брас, смешанные команды. Relay, breaststroke, mixed teams, heat 4. Юра! Юра! Первая дорожка. Мария, Бенджо, Ирия, Клава.